Здравствуйте, дорогие родители! Вот и пришла долгожданная весна. А вместе с ней не только весеннее солнышко, но и лужи и грязь, которые так любят наши детки. Выйти сухим из воды нам поможет популярный бренд Lacy by Raymo. Он уже полюбился многим родителям разнообразным ассортиментом, легкостью в уходе и своей водонепроницаемостью. Все детки разные. Кто-то ходит с мамой за ручку, а кто-то любит резвиться в лужах. В этом ролике мы узнаем, какая водонепроницаемость ткани подает именно вашему малышу. А в этом мне поможет мой помощник, медвежонок Михаил. В нашем эксперименте под первым номером участвует полукомбинезон Lacy из линейки Lacy Tech. Водонепроницаемые грязи, отталкивающие с водонепроницаемостью более 5000 мм. Производитель его представляет как ветер и дождь непроницаемый, подходящий для любой погоды. Сейчас мы это проверим. Вот и прошло 5 минут. Посмотрим, что стало с нашим медвежонком и с нашим полукомбинезоном. Вынимаем медвежонка из тазика. Снаружи он мокрый. Ну, как видите, вода легко отталкивается от брючка. Снаружи, как мы увидели, он был мокрый, внутри он абсолютно сухой. Посмотрим. Вывернем брючки наизнанку и посмотрим, и убедимся, так ли это. С обратной стороны брюки абсолютно сухие. Снова одеваем этот же полукомбинезон и оставляем медвежонка уже на более длительное время, на 10 минут. Одели мы нашего медвежонка и вновь высаживаем тазик с водой. Вот и прошло 10 минут. Прибавим еще предыдущих 5 минут. В итоге в сумме медвежонок у нас провел 15 минут. Вынимаем медвежонка из тазика. И проверяем, что же с ним случилось. Как видим, снаружи полукомбинезончик мокрый. Проверим, что же внутри. Внутри он абсолютно сухой. Под номером 2 у нас представлены брюки Lacy. Вода, грязи отталкивающие с водонепроницаемостью 1000 мм. Усаживаем нашего медвежонка в тазик. Высекаем 5 минут и ждем, что же будет дальше. Прошло 5 минут. Вынимаем медвежонка из воды. Смотрим. Сверху, снаружи брюки мокрые. Смотрим, что же внутри. Внутри медвежонок абсолютно сухой. Поворачиваем брюки наизнанку. Посмотрим. На изнаночной стороне брюки абсолютно сухие. Продолжаем эксперимент. Оденем еще раз медвежонка. Посадим его в воду уже на 10 минут. Прошло 10 минут. Вытаскиваем нашего медвежонка. Снаружи он абсолютно мокрый. Посмотрим, что там внутри. Внутри он абсолютно сухой. Вывернем брюки и посмотрим. Окей, внутри.
абсолютно сухие. Теперь проверим третью модель. Под номером 3 у нас представлен полукомбинезон линейки Лесси. Водогрязи отталкивающий, водонепроницаемостью 500 мм. Помещаем нашего медвежонка в тазик с водой и засекаем 5 минут. Прошло 5 минут. Вынимаем нашего медвежонка из тазика. Смотрим. Снаружи он мокрый. Посмотрим, какой он внутри. Он слегка влажный. Одеваем вновь медвежонка и оставляем уже на 10 минут. Прошло 10 минут. У него наша медвежонка. Смотрим. Здесь он очень мокрый. Медвежонок промок. В итоге брюки мокрые. Но мы учтем, что медвежонок был в воде в общей сложности 15 минут. Подведем итог. Эксперимент номер 3. Ткань с водонепроницаемостью 500 мм подходит для спокойных игр на улице. Эксперимент номер 2. Ткань с водонепроницаемостью 1000 мм подходит для более умеренных игр на улице. А эксперимент номер 1. Серии Lessi Tech. Мембрана с водонепроницаемостью 5000 мм подходит для активных игр на улице. Советуем вам не проводить эксперименты над вашими детками и не купать их в лужах по 15 минут. Заказывайте Lessi by Rheima в интернет-магазине «Детство Шоп». Мы гарантируем безупречное качество товара и доставляем заказы по всей России.